В прошлый раз мы дошли до портала, но не смогли в него зайти. А сегодня мы активируем портал, пройдя ивент в пиге и пройдем босса. Так, включаем 12-ю часть, и что теперь? Теперь нужно... Я запутался. Я хочу побыть один, но твои воспоминания продолжают мучить меня. Я ничего не понял, но надо выжить. О, привет, это ты, Сондер, да? Вот это... Не трогай меня, страшная картошка, а то тебе конец. Убегай. Не трогай меня, не трогай. Я убегаю. Я нашел синий ключ, или что это, не знаю. Но я его взял, не знаю зачем. Что это? Капкан, меня поймали. Почему? Ой, там кого-то стреляет. Картошка злая. Давайте эту картошку съедим. Давайте. Используем вас. Окей. Так, красный замок и красный ключ. Все логично. Здесь какая-то батарейка. Иди сюда, возьми ее и вот сюда вставь. Ставим батарейку, и получается не батарейка. Полочка. Ой, это зелье, чтобы остановить ту картошку. Так, QRS, у меня уже есть первый путь до ключом. Да, он прям подходит. Я патроны взял зачем-то. Да, как стрелять, если ружья нет? Ой, картошка бежит за мной, она стреляет. Лучше никого не стреляй, пожалуйста. Не так стреляй. У меня только снаряды есть, у меня пистолета нет. Я ищу снаряды нашел. Ищи пистолет, иди. Я выискал, но меня окружили с двух сторон. Картошка или это Мишка? А, ладно, картошка. Лучше картошка. Картошка по мне стреляет, а это с другой стороны заходит. Чё за гений, кристалки? Я молоток нашел. А зачем он мне? Наверное, чтобы кого-то прибить. У меня самая важная задача убегать от белого медведя. Вот, блин, союзники за мной Мишку отправили. Дай мне его убить. Эй, вы что делаете? Двое меня не будешь трогать. О, ух. Нет, у меня здесь. Ух, наедине с Мишкой. Иди отсюда, Мишка, иди отсюда. Бег к Саратову. Все, пока, Мишка, я ухожу от тебя, ты достал меня. Ты страшный. Так, я хочу взять фиолетовый ключ, а тут доски нужны какие-то. А я поставил ее. И куда этот ключ тащить надо? А, в зеленый дом. Ладно, иду. Давай, можешь придержать, ух, давай, сюда. Возьми колбочку. Взял. Встать туда, короче, где красная комната. Ладно. Динамит, ура, у меня динамит. Я ставлю динамит, сразу просто беги, на второй этаж. Беги. Он уйдет отсюда. Отстань. Нельзя дверь закрыть, чтобы его там прижало как. Его можно убить, если найдем три патрона. О, давай, я согласен. Пока блять. А, он сейчас меня трогает. А, тут еще другая штука. QRS. Патронов больше нет, точно. Я жить хотел. Вы не тратите патроны, вы что, патроны потратили? Нет, он не соглашается тратить патроны, это мое спасение. А, дверь закрыта, почему? А, ее открыть надо было. Ну, короче, тут кружишься, понял? Типа, чтобы они за мной бегали, да? Я от них убегал, типа так, помогите. Все, я всех монстров остановил, они устали бегать. Я пошел код вводить. Ух, Устин-то, ты что ли на кнопки тыкал? Нет. Я на кнопки вообще не тыкаю. Признавайся. Я кнопки не люблю тыкать вообще, я их не тыкаю. Любишь, признавайся, это ты. Ух, выйди оттуда, не смей на кнопки нажимать. Нет, я реально не тыкал, потому что я их даже не нашел. Знаешь, где кнопки? Где? Секретная комната. Знаешь, где секретная комната? Нет. Лом получен. Стрельнул и стрельнул, все. Сейчас, короче, буду тогда водить. Так, стреляй, не торопи, стреляй прямо сейчас. Все, на. Я вожу буквы. Я сдох. Давай, да. Давай, паштет. О, сейчас белая пиги заспавнится. Открылась, открылась. Рычаг, как ты же... Тут бил-то бот. Мы к рычагу корабликов попали. Это так сложно было. А что теперь делать? Кто со мной в кораблики пойдет? Ну что, мы в корабликах? Все, все идите в секретную комнату. Я бегу. Ну вы все слились вообще. 27-61. Ты драб в атаку за дверь. Она сейчас откроется. Открываем ворота и портал. Где портал? Оно закрыто. Закрыто. 2050 год. Прикольно. Давайте туда пойдем. Уи. А, я маленьким становлюсь. Помогите. В чем я расплющу? Где я?
Я в космосе оказался. Мы в 2050 году, где тут все взорвано и какой-то капец. Ой, это что такое? Ого, это что такое вообще? Он типа восстанавливается. А вот сломался что? А как он так быстро починился? Он три лазера, я тоже противник. Как прыгать? Ой, что такое? Ай, как это делать? Это будет три лазера. А, тут еще один лазер. Чего он меня не упустил? У меня одно хп осталось. Я не вижу. Ну ничего, будем на одном хп держаться. Ай, блядь. Живи, QRS, а то мы проиграем. Ура, нам дорогу сделали. А что теперь будет? Это что такое? А, типа этой штуки касаться нельзя, да? Стой, подожди, куда так быстро? Можете в конце все сидеть, а то вы сейчас всю карту разломите. А, он меня ударить хочет чем-то. Бах. Ой. Не бей меня, злой компьютер. У меня сейчас вся карта сломается. Поэтому в конце стойте, чтобы он в конец подходил. А, я понял. Либо начало. Лазер прикольный. Он потом будет два лазера. Только не... Чё не такой быстрый? Ай, он меня укусил, блин. Опять. О, вы сейчас проиграете, почему у вас так мало хп? Вроде бы нормально. Вроде с одним хп тоже можно пройти. А, окей. Ой, чё, я беги. В краю буду сидеть. В это место кулак ударит сейчас. Беги. Чтобы кого-то сюда не ломать, в конце стойте просто. Ой-ой. Ай, кулачок, ничего не видно из-за тебя. Правда, ты почти не осталось. Как это? У меня вообще ничего нету здесь. Я пошел туда. Ой-ой. Вот, вот, вот на правом. Пока у меня щит есть. Как это делать с лазерами. Опять он стоит, кулачок взял. Все, я туда не смогу перебраться. Ой, я могу сейчас проиграть. А когда это закончится? У Леура одно хп. О, все. Нет, идите в конец, все. Сейчас карта будет сломаться. А, да, иди в конец. Это как? Раздолбили. Лилу, полетел. Бью. А что это было? Что? Лилур, в конец вставай. Хоть всю карту долбить, он без разницы. Он нам сейчас все сломает. Леур, давай осторожней. Ой, я что-то больше даже сломал. У этого робота больше IQ, чем у нас.
Он не хочет нажимать на кнопку. Опять? Ой-ой. Жесткий. Надо потом будет в Барри Баттл зайти и подойти к доктору. Ой. Тут просто на пролом побежал. Лазер. На пролом. Все. Да что? А сколько раз это будет типа делать? Сейчас последний раз будет с двумя лазерами. А, когда два лазера будет, все. Попробуй сам на пролом. Окей. Чтобы долго не ждать. На пролом. На пролом. Let's go. Давайте. Все, я здесь. Будьте хватит. Все, дожал на кнопку. Ура! Ключики. Лярно 200 золота, самое главное. Где? Где золото? А мне не дали золото. Почему? Вот сюда подойди, лучше. А, это что такое? Подойди. Ура, мне золото дали. На этом все, а если вы не знаете, как дойти до портала в билд-то-во, то посмотрите вот это видео, и также можете посмотреть другие мои челленджи. Всем пока.